От ежедневной работы этих специалистов во многом зависит наша жизнь дома, на работе и отдыхе. Коммунальщиков поздравили с профессиональным праздником. В ДК Пушкина в честь Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства прошел праздничный концерт. Прозвучало много слов благодарности и признательности. Руководство округа и депутаты поздравили работников сферы ЖКХ и вручили лучшим из них почетные грамоты разных уровней. Благодарственные письма губернатора Московской области, Министерства ЖКХ области и главы городского округа Пушкинский. Сфера ЖКХ – это ежедневный труд, поэтому расслабляться никогда не стоит. Ответственная работа. Очень рада, что у коллег есть такая возможность чуть-чуть отвлечься, посмотреть концерт. Как правило, у нас люди, когда вспоминают сотрудников ЖКХ, когда что-то сломалось, когда что-то где-то, да, какая-то неполадка есть, поломка. Многие забывают то, что когда все хорошо на протяжении всего года, там, двух или трех лет, не беспокоит никакие отключения, нет никаких прорывов и проблем. И люди есть, которые это все выполняют, каждый день свои обязанности в мороз, в ночь, в холод и так далее. Мы все, конечно, хотим видеть чистый, уютный, зеленый двор, красивые ровные дороги. И все это существует и оборудуется, и содержится, конечно же, сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства. Они всегда на передовой, они всегда стараются и работают на благо жителей. Со сцены ДК Пушкина работников жилищно-коммунального хозяйства также поздравили депутаты окружного совета. Местное отделение партии «Единая Россия» очень много обращений попадает, половина из которых на тему ЖКХ. И вот именно благодаря вам, вашей самоотдаче, опыту, большинство вопросов получается снимать в кратчайшие сроки. Для многих в зале забота о жителях стала без преувеличения делом жизни. Некоторые специалисты работают в этой сфере не одно десятилетие. Я работаю с 96-го года, приработалась, и коллектив у нас дружный, хороший. Все, обстановка сама праздничная такая. Всех поздравили, всех, ну, мы друг друга увидели. Просто нужно, я думаю, делать хорошо свою работу, и все. И это не имеет значения, где вы работаете, в ЖКХ где-то или в сфере обслуживания. Для гостей выступили творческие коллективы из Москвы и округа. Мелодии из репертуара Юрия Антонова и «Виа Земляни» зал исполнял вместе с артистами. После концерта всех ждала праздничная фотосессия. Жанна Лавянникова, Евгения Федорова, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.